В 2015 году вышло новое издание учебника по дарбуке продвинутого уровня на 100 страницах. В этот учебник вошел такой раздел, как орнаментация ритмов при помощи триолей, квинтолей и септолей. Этот метод возник в результате исследования турецкой техники с разделением руки на безымянные и указательные пальцы. На 22 странице вы сможете найти этюд на орнаментацию масмуди. Сейчас я сыграю этот этюд. Базу я буду играть на дафе, а основную партию на турецкой дарбуке.